Всем привет! Сегодня буду сажать драцену. Ее еще называют бамбук счастья. Вот так она выглядит. Такой ствол. Вот. У нее уже вот здесь корешки образовались. И чтобы ее не мучить в воде, буду ее сажать в земельку. И еще у меня есть одна драцена. Вот такая. Вот. Она вот с такими листочками. Я тоже ее воткнула. Череночки. Ну, не знаю, вырастут ли. Хочу ее тоже пересадить. Вот два таких одинаковых горшочка я купила. Пересажу. И землю. Специально для драцены купила. Вот. Конечно, пересаживать лучше весной, но ей плохо, земля здесь какая-то не такая. Вообще я о ней плохо заботилась, видимо. Она у меня вот такая вот замученная. Я ее летом выставляла на балкон, а ее туда выставлять не надо. Так что пересажу ее и посажу вот эту. Так, начнем, наверное, вот с этой. Вот. Такая замечательная. Я раньше часто смотрела на нее, но как-то не решалась купить. А здесь мы были... Леруа Мерлен, и там они продавались, и я не удержалась, все-таки купила. Так, сейчас сделаю дырки. Ну все, дырочки в горшочках я сделала. Так. Сначала насыпаем дренаж. Да побольше, не жалеем. Так, сразу выбрали наши. Вот. Так. Теперь земельку моя. Немножечко земельки. Вынимаем. О. Вот такие корешки у него. Так. Убираем бисинку. Где-то так. Посмотрим, что здесь у нас делается. Старую землю мы убираем. Поглядим, что там у нас вообще с ней делается. Так. Да.
уже вот так тёплый. Да. Вот смотрите. О, здесь тоже появились корешки. Вот. Она все-таки очень легко укореняется. Просто втыкаете в землю и все. И пошли корешки. Так. Вот эти два я выброшу. Тут им, конечно, не хватило влаги, наверное. Все-таки надо было вот здесь замазать, когда врезаешь черенок, его надо замазывать, чтобы влага не испарялась. Вот. Я их выброшу. Мне достаточно, в принципе, было бы и одной. Посадка закончена. Как всегда, осталось только пролить все как следует. Так. Здесь тоже. Достаточно, здесь тоже достаточно. Сейчас сойдет водичка сверху. Я сейчас еще добавлю зимерки. Такой. Сейчас лишняя водичка стечет. Здесь вот такие поддоны я специально купила. Все, драцены мои посажены. Так, вот они мои два цветочка. Есть такие однотонные листочки, а здесь вот такие пестрые. Вот. Горшочка. Посадила. Такая красота. Теперь их надо поставить в тепло, где тепло и светло. Спасибо за просмотр. Всем пока!